В одной руке держу изречение Конфуция Лун-Юй, а в другой – счеты. Так о секрете своего успеха говорил основоположник промышленности и торговли современной Японии Эйти Сибусава. Для этого японского торговца, на которого глубоко повлияла китайская культура, конфуцианство, воплотившее восточную мудрость, можно сказать, стало уникальным способом достижения успеха. На протяжении тысячелетий конфуцианство, как ведущее направление в китайской культуре, определяло ритуалы, традиции, образ жизни и поведение китайцев. Конфуцианство не только формировало менталитет китайского общества, но и стало духовным ядром создания восточной коммерческой культуры. Поднебесные люди снуют туда-сюда, стремясь к прибыли. Так в своей книге «Исторические записки Шиди» Сыма Тянь обобщил наблюдение за коммерческой деятельностью. Мнения восточного ученого Сыма Тянь и корифея западной экономики Адама Смита совпали. В отличие от идеи подавления торговли, распространившейся в последние тысячелетия, у Сыма Тяня было свое мнение. Он считал, что стремление к прибыли безобидно. Более того, он специально уделил время тому, чтобы написать биографии торговцев, бывших прежде крестьянами, рассказать о трудностях, через которые прошли эти представители купеческой элиты. Из всех историй, написанных Сыма Тянем, самой легендарной стала история о Фань Ли. Фань Ли некогда помог правителю государства Юэ Го Дяню нанести поражение сильному врагу. Прославившись, он освободился от обязанностей и занялся коммерцией. Как торговец он вновь достиг большого успеха, заработал состояние. Однако он трижды тратил все свои деньги, чтобы помочь нуждающимся. За это потомки почитали и прославляли Фань Ли. Нужный человек в нужный час. Это принцип, который Фань Ли использовал в занятии торговлей. Став основным правилом коммерции, эти слова вошли в историю как классический афоризм. Однако тот, кого более всего помнят потомственные китайские коммерсанты, занял второе место в биографических записках Сыма Тяня. Он был учеником Конфуция, его звали Дуань Му Ци, второе имя Цзигун. Цзигун呢，在来孔门之前呢，就是一个已经是一个很富有的大商人了。孔子所以能够周游列国呀。 Будучи выходцем из купеческих кругов, Цзигун во время обучения у Конфуция глубоко переосмыслил понятие честности и выгоды и устранил противоречия между ними. Благодаря приложенным им усилиям жизненный путь китайских коммерсантов влился в направление развития ведущей идеологии общества. Хотя сам он был коммерсантом, но Цзигун всегда считал, что накопление богатства – это не конечная цель человека. В
Жизненные принципы дзэгуна в течение более 2000 лет, пока конфуцианство занимало господствующее положение, постепенно сформировали уникальную коммерческую культуру, отличную от Запада. Богатство и честь, полученные нечестным путем, значат для меня не больше, чем плывущие мимо облака. Это кредо дзэгуна, на котором он твердо стоял всю жизнь. Эти слова 2500 лет назад определили основной принцип морали и поведения коммерсантов. Значит, коммерсант должен зарабатывать прибыль честным путем. Кроме того, у него должно быть чувство социальной ответственности. Это отвечает стремлениям интеллигентов, которые призывали помогать всем нуждающимся в Поднебесной.孔子的这个基本思想还是叫贵义轻利，或者说他叫以义生利。中国的商人自古以来是义利合一的，利在义中，在求利的同时也要有利益，也要承担起义的责任。义的责任是什么？就是社会责任。 В 1938 году японские самолеты обрушили бомбы на Шанхай. 4 универсальных магазина – Сейши, Юнгань, Синьсинь и Дасинь – на улице Наньдзинлу в Шанхае выстояли атаку. Совместно с другими компаниями они сформировали организацию по обслуживанию военных нужд. Чтобы защитить национальный капитал и послужить на благо победе в антияпонской войне, Лу Цзофу, рискуя жизнью, успешно эвакуировал промышленное оборудование. Благодаря его усилиям обслуживающий персонал и оборудование были успешно эвакуированы из города Ухань. Ради служения родине видный бизнесмен-эмигрант Чэнь Дзяган пожертвовал все свое имущество на развитие образования. Созданные им учебные заведения и образовательные фонды до сих пор приносят пользу потомкам. В 15 веке в Европе по Средиземному морю между городами-государствами ходили суда разных размеров, доставлявших товары с Востока. За несколько столетий они принесли огромную прибыль, сформировали глубокие коммерческие мореходные традиции. В то же время возрождение просветительства в Европе положили начало антропоцентрическому философскому течению. Раскрепощение мышления весьма стимулировало творческие силы людей, подталкивало их к самореализации, а также обеспечило относительно свободную социальную среду для процветания коммерции. Меркантилизм стал всеобщей политикой, принятой разными странами Европы. Но в Китае ситуация складывалась совсем иначе. Некогда говорили, что перевозка товаров в Поднебесной держится на торговцах. Они встречаются в полдень, обмениваются товарами, занятия торговли приносят пользу государству и кормят людей. Статус и роль коммерсантов уже были определены при династии Джоу. Как можно назвать их неблагородными людьми, которые в погоне за прибылью забывают о главном? Эти строчки написаны литератором эпохи Северный Сун по имени Фань Чжуньянь. Размышляя о тяжелом положении торговцев, представителей низших слоев общества, в конце стихотворения автор вздыхал. В чем вина торговцев? Почему люди высоких моральных устоев стыдятся общаться с ними? Что же тревожило китайцев в течение более 2000 лет?
В 2001 году до нашей эры образовавшаяся империя Хань обнародовала известный закон о презрении торговли. Согласно закону, торговцам запрещено было иметь земельную собственность, занимать государственные должности и даже носить шелковую одежду и ездить на повозке. Закон был принят с целью усугубить положение и унизить коммерсантов. Основоположник империи Хань Лю Бан был выходцем из крестьянской семьи. Пережив военную смуту в конце правления династии Цинь, длившуюся более 10 лет, он четко понимал, что должен был заставить несколько миллионов беженцев вернуться к земледелию, так как именно от этого зависело существование империи.只有重农抑商，这个集权的统治才能够这个建立和这个维护，小农经济才能够稳定和发展。因为毕竟在那个生产条件有限、生产力不是很发达的条件下，必须要把主要的劳动力固定在土地上，保障土地有必要的这个劳动力来经营它。 Но даже под столь тяжелым давлением торговля не перестала существовать. При разных династиях китайских коммерсантов то унижали, то одаривали вниманием. Но они все-таки твердо настаивали на своем, демонстрируя выносливость, которая не была присуща купцам других цивилизаций. Именно благодаря этим людям, которые прилагали неустанные усилия для поддержки процветания коммерции, в истории Китая одна с другой были вписаны страницы гордости и славы. Именно эти люди в течение нескольких тысяч лет существования феодального строя усердно работали над слиянием традиций и современности. Коммерческое пароходное бюро «Шэн Цюаньхуая» в условиях монополии зарубежных компаний на водном транспорте смогло завоевать себе место. Затем бюро внесло свой вклад в развитие водного транспорта, телеграфной связи, железных дорог, банковской деятельности. Пережив правление четырех императоров поздней династии Цин, Ху Сюйянь из приказчика денежной лавки дорос до комиссара по гражданским и финансовым делам. Ему император пожаловал шапку с красными макушками и золотой халат в знак высокого общественного положения. Гунлинг商人的成功就在于他们能够把这个经商之道啊 原来的这些网商业网络商业才干啊商业经验和这个政治特权，他们能够结合起来，能够满足那个当时清政府的某些这个在经济方面的一些需要啊，与官与商啊，然后在官这一边和商界，他们都是如鱼得水啊，所以这个是他们成功的一个重要关键。 А когда многие все еще обсуждали подъем Европы и Америки за счет развития технологий, коммерсант Джан Гуаньин предложил идею спасения Родины путем ведения торговых войн. 核心呢，就是洗兵战不如洗商战，经济上的竞争比这个军事上的较量要更来得更根本，来得更重要。 Джан Гуаньин некогда был компрадором на западном предприятии. Потом он занял высокие должности в коммерческом пароходном бюро, на металлургическом заводе, в управлении железной дороги. Однако вскоре после вступления в должности Джан Гуаньина разочаровала модель коммерческого предприятия под правительственным контролем. Джан Гуаньин попал в точку, указав, что название акционерной компании не соответствует ее содержанию.
Именно в то время в соседней Японии происходили грандиозные социальные изменения. В начале реставрации Мэйдзи в Японии было создано большое количество правительственных предприятий и предприятий с частичным участием правительства. Тогдашнее японское правительство выделяло 1/5 часть бюджета на развитие предприятий, однако их эффективность по-прежнему была низкой. Поэтому правительство начало постепенно продавать правительственные предприятия частным лицам, а также оказывать поддержку развитию частных предприятий. Именно тогда создавались известные ныне компании Митсуи, Сумимото и другие. После 2000 лет феодального строя в Китае сложились уникальные культурно-политические условия. При этом в период новой истории, чтобы догнать западные страны, государство прилагало большие усилия к ускорению модернизации. В течение долгого времени китайская экономика развивалась под правительственным контролем, а не в соответствии с законами рынка. Рынок должен был диктовать условия игры. Перед китайскими коммерсантами стояла задача перехода от традиций к современности. Последние годы высокие ворота, за которыми скрываются эти мистические дома в Шаньси, открылись для народа. В отличие от торговцев других провинций, шаньсийские купцы заложили основу финансового рынка в Китае. Жи Шэн Чанг – первая меняльная лавка в Шаньси. Она принесла славу шаньсийским меняльным лавкам, переводившим деньги по всей Поднебесной. Меняльные лавки и конторы имели основные черты, характерные для современного акционерного предприятия. Чинчан – очень важный момент. Он осуществил двухчастное разделение. Это все права и собственность разделены. 大东家是代表所有者的，所以他对企业一些最重大的问题做出决策，而大掌柜呢是经营管理者，那么大东家对他进行全权授权经营。 Честность – это тоже секрет успеха в коммерции. Когда объединенная армия 8 государств захватила Пекин, меняльные лавки и конторы, несмотря на значительные убытки, возвращали деньги своим вкладчикам. Для выплат они даже вынесли серебро, хранившееся долгие годы в подвалах. Шаньсийские меняльные лавки достигли апогея в своем развитии. За этими кирпичными стенами шаньсийские купцы некогда с легкостью распоряжались огромным количеством серебра, держали в руках рынок империи. Однако история этих меняльных лавок и шаньсийских купцов закончилась достаточно. В 1897 году цинское правительство, подражая зарубежным банкам, открыло Императорский банк Китая.
Имея крупного клиента в лице правительства Цинской империи, шансийские меняльные лавки неоднократно отказывались от возможности создать современный банк. После Синьхайской революции серебро, которое меняльные лавки передали цинскому правительству, уже не вернулось. История шансийских меняльных лавок печально закончилась.经商没有完成，从农耕文化向工业文化的转变，具体来说呢，也是没有从封建的商业资本转变为现代的产业资本，没有从封建社会的金融形式票号转向现代的金融形式银行，这是他们失败的根本原因。 Связанные традиционным подходом быть торговцем для прибыли и помещиком для сохранения имущества, шансийские купцы так и не смогли шагнуть к современному коммерческому обществу, о чем сожалели потомки. В Лондонском музее хранится старинный пожелтевший пергамент. Это Великая хартия вольностей и соглашение, подписанное в XIV веке между английским королем и аристократией. По условиям этого соглашения, если король не получал согласия аристократии, то он был не вправе самовольно собирать дань. Без постановления суда король не мог арестовывать и заключать под стражу, конфисковывать имущество или казнить кого бы то ни было. Благодаря Великой Хартии Вольностей имущество и личная безопасность чиновников и простого народа были гарантированы законом, был установлен принцип верховенства закона. Хартия превратила Англию из бедного, самодержавного государства в управляемое законом общество, создала важную предпосылку для бурного развития страны. В начале 20 века немецкий социолог Макс Вебер опубликовал работу «Китайская религия, конфуцианство и даосизм», в которой изложил противоречия между моралью и капиталистическим духом в Китае. 在这个封建专制下，这个商人的这个命运啊，实际上是很脆弱的。尽管他积累了巨大的财富，但是这个专制政权用暴力手段很快就可以把他给剥夺走。 Традиции подписывать соглашения, управлять обществом по закону, оберегать личное имущество, уважать ценности личности составляли важное содержание коммерческой среды на Западе. Как же можно было оказать существенное влияние на китайских коммерсантов? И лишь после масштабных реформ в конце 70-х годов 20 века, воодушевивших китайцев, люди начали задумываться. Так судьба современных коммерсантов коренным образом изменилась. Китайские коммерсанты прошли долгий и трудный путь, начавшийся в глубокой древности. Они пережили и взлеты, и падения. Были времена, когда они за день могли заработать пуд золота, добиться славы не меньше, чем сановники и князья.
но они также пережили и полное разорение, и гибель семей, и чувство неполноценности. В течение нескольких тысяч лет китайские коммерсанты видали трудности, поражения, позор, но все же они стремились к своей цели, испытали радость, познали удачу и добились славы. Унаследовать лучшие духовные традиции, пережившие несколько тысячелетий, познать западную коммерческую культуру и создать образ современной китайской коммерческой культуры, который требует развития рыночной экономики. Для современных китайских бизнесменов в этом состоит ответственность за сохранение преемственности и миссия по созданию будущего. Субтитры сделал DimaTorzok